Очень тяжелая игра. Первый тайм довольно удачно выдался. Я думаю, что с нашим везением и просто с нашим коллективом, я думаю, нужно доводить этот матч до нормальной обычной победы и все. А не мучаться вот так вот, как мы делаем. Просто ужас. Играем пятером очень ужасно. Против пятерых. Поэтому я думаю, из-за этого и счет и 4-1 был, 4-4 стал. Но мы очень надеялись, что все-таки заберут очки. Ну вот, наверное, тем и прекрасен футзал, что за 0,03 секунды или сотых забивается гол и выигрывается матч. Я думаю, болельщики очень порадовались за этот результат. Но мы, конечно, должны были выигрывать для того, чтобы иметь хоть какой-то задел, но мы это не выполнили. Завтра 50 на 50 шансов, поэтому...